Жители республики вновь стали находить в почтовых ящиках извещения о необходимости поверки приборов учета воды. Некая единая городская служба по учету водоснабжения сообщает о якобы утвержденном графике работы со счетчиками с 4 апреля по 4 мая 2016 года. В извещении ссылаются на федеральный закон и постановление правительства России. В уголке даже стоит печать. На штампе указан город Сочи. Если жители не проверят счетчик, написанный в извещении, то им придется платить за воду по общедомовому расходу. В Чебоксарском водоканале администрации города о такой службе, единой городской службе по учету водоснабжения, не знают. Я такой службы вообще не знаю, где она зарегистрирована, что это за организация. Пусть люди обращаются к управляющей компании, с кем у них заключен договор, и пусть управляющая компания объяснит, что это за организация. Если этот ресурс холодное водоснабжение, не вопрос, пусть обращаются в организацию водоканала. Чтобы потом не было вопросов двойных каких-то там поверок, двойной оплаты. Стоимость поверки счетчика, согласно извещению, 1500 рублей. Причем нельзя быть уверенным, что не придется проверять прибор учета еще раз и не платить за это повторно. При этом сама услуга у аккредитованных организаций в разы дешевле. Простой поиск в интернете дал такие результаты. Услуга в Чувашском центре стандартизации и метрологии стоит 250 рублей за один счетчик. А в фирме «Гидродинамика Поволжья», например, аккредитованной управляющей компанией «Центральная», поверка стоит 290 рублей. Чувашский ЦСМ, да, служба, чувашская служба, имеющая право, или юридические лица, которые имеют аттестат аккредитации, вот, полученный в Чувашском ЦСМе. То есть других организаций не должно быть, если не имеет эта организация аттестата, вот этого определенного образца с голограммами, да, и которые выдают поверочный вот этот вот сертификат соответствия. Бумажку, которую выдают вот эти вот компании, там, недобросовестные, да, это просто Филькина грамота. Следует добавить, что приборы учета должны проходить поверку специалистами. Счетчик холодной воды раз в 6 лет, горячий раз в 4 года. Поэтому жителям не стоит сразу же оплачивать сомнительные услуги, а уточнить все в управляющей компании. Татьяна Молокова, Расиль Мухаметов, Республика.